Итак, друзья, эта битва может длиться до бесконечности, пока кто-то один из нас не сдастся. Либо я сдамся все-таки и перестану тратить деньги постоянно на Гейса, либо же все-таки Гейб выдаст наконец-таки нож. Так или иначе, сегодня мы узнаем, чем закончится этот день после того, как откроем все купленные кейсы. Ну что ж, всем огромный привет, дорогие друзья, с вами как всегда Олег Офис, со мной сегодня как всегда Андрей Индифайр, Тюб Ураган, и добро пожаловать на новую свеженькую серию по открытию кейсов CS2. Здорово! Ну что ж, сегодня, парни, сегодня пока что, сразу говорю, пока что у нас кейсы призма 2 коллекция. Я хочу добить эту коллекцию, я хочу ее дожать. Ведь на протяжении, я не знаю, последних 5-6 серий я открыл около, не знаю, мне кажется, 700-800 кейсов уже под косарь. Именно столько кейсов мне уже не падал нож. То есть это реально уже затянулось. Какой? И да любой, мне уже, понимаешь, любой. И также, ребята, сразу напоминаю, если сегодня вдруг по какой-то счастливой случайности мы выбиваем нож дешевле 30 тысяч рублей, даже, ну, может быть, и чуть дороже, короче, там уже режим по обстоятельствам, то я его буду разыгрывать в телеграм-канале. Поэтому обязательно досматривать до конца, потому что я не знаю, чем все это сегодня закончится. Ну что ж, пожелайте нам удачи, я очень сильно на это надеюсь. А вам, ребята, желаю приятного просмотра и приятного аппетита. И поставьте, конечно, лайк и подпишитесь на канал, будет очень приятно. Ну что ж, первый кейс, я сразу хочу сказать. Нет, подожди, я сразу хочу сказать, я давно не открывал кейсы. У меня уже, наверное, как месяц перерыв, да, такая чисто, ну. Вот это выдержка! Это реально хорошая выдержка. Так это реально хорошая выдержка, почему нет? Я просто дал немного, своей удачи. Нет, я просто дал. Идиот. Я просто дал своей удачи немного, понимаете, накопиться, да? То есть, ну, мы сделали небольшой перерыв, мы сделали такую паузу. Нефритовая бабочка, да? Как Артему? Нефритовая, да, именно нефритовая, да. Именно из Майнкрафта. Нет, мне хотя бы. Нет, я сразу хочу сказать. Мне хотя бы что-то. Вот реально, мне хотя бы что-то. Я не говорю, что мне нужен супер дорогой нож. Мне хотя бы что-то. Ну, просто хотя бы увидеть этот золотой предмет, потому что, опять же, я хочу реально напомнить то, что мы открыли почти 1000 кейсов без ножа. Такое бывает, такое случается, но мне кажется, сегодня самое время прекратить эту череду неудач и, наконец-таки, заполучить и тот самый долгожданный предмет. Сапфир. Ну вот, у нас в этом кейсе нету бабочки, у нас тут есть, получается, коготь. У нас коготь и... призма второй, я дурак. Конечно. Тут коготь и этот, и стилет. Вот я как раз-таки гонюсь с этими ножами, потому что они мне нравятся больше всего. Но особенно если там... Ну как, я же, конечно, не говорю, что там, ну, нам это выпадет. Ну, там есть сапфировый, там, да, выпадет. Или изумрудный, да, или рубиновый. Ну, будет вообще приятно, как бы, ребята, да? Вот, но суть потому, что я вижу пока что на этот момент нам ни того, ни сего и не видать. Я правильно понимаю, да? Да. Но опять Гейб берет... выбивать коготь и Андрею бегать и говорить, фу, нищий, фу, нищий. Ну вот, нет, понимаешь, вот, ну как это вообще возможно, что на протяжении стольких серий мне, Олегу Кофе, ничего не падает. Как такое возможно? Я просто не понимаю. Из-за того, что ты отдыхал месяц, твое КД спало, все так, будет снова КД. Нет, наоборот, я тогда до этого месяца я открывал по КД кейсы и ничего вообще не падало. Просто ничего. Но опять же, тоже нужно взять во внимание следующий фактор. То, что во всех предыдущих сериях я делал микс из коллекции, да? То есть мы открывали там 50 кейсов той коллекции, 50 кейсов той коллекции, да? Где-то больше, где-то меньше. То есть мы из-за вот этого вот этой солянки, да, нам и не падало, мне кажется. Но сегодня мы конкретно пьем в одну точку. Алло. Ну, я не знаю. Мне кажется, вот мы из того, что сегодня будем бить в одну точку. Мне логика того-то, что каждый кейс, у него свой шанс. Нет типа системы РТП. Ну, я не знаю, как это работает, но я надеюсь, что... Коготь, как у меня выбьешь, нищий. Да мне не нужен этот коготь твой, как у тебя, субтигры, ты понимаешь? Мне нужен нормальный, реально нож, понимаешь, да? Вот, например, вот такое. Вот такое, да. Было бы неплохо. Не, ну вы понимаете, да? У нас пока что 100 кейсов на сегодняшний день, да, как я и говорил. Возможно, возможно. Я не понимаю пока, при каких обстоятельствах. Ну не знаю, мне просто он не нравится. Я просто красивый его... Нож. Нет, я когда-то в 2017 или 2018 году, или, возможно, даже в 2016, я его, честно говоря, не помню. Нет, вот такого, кстати, ни разу не было. Я выбил именно коготь. О, не коготь, а керамбит зуб тигра, по-моему, если я не ошибаюсь. Это еще было тогда, когда был старый интерфейс CSGO, когда еще, может, были контракты, где можно было расписываться, это было тогда. После этого я больше зуб тигра именно не выбивал. Ну вот, надеюсь, что сегодня что-то примерно такое произойдет. Например,
например, сейчас, да? Посмотри, ассоциируется со мной. Чего? В том, что 4 ножа за 150 кейсов. Да, ты понимаешь, смотри, ты лох. Ну, просто если реально. А где этот нож? Ну, он продал. Какая разница, где? Так, а подожди, какая разница, где он, знаешь? Я с таким же успехом могу сейчас Гунгнир показать, а что ты мне сделаешь, Андрей? Нет ножа, нет выебонов. Ты с Навахой пыльник бы бегал, выебывал, так что на месте, реально. Так, ну а тем временем мы открыли первую партию с 20 кейсов. Ну что, пока такое, но мы не сдаемся и идем дальше. Я честно скажу, я устал от этого. Реально, я устал от того, что гейм постоянно. Давай попробуем. Давай фастом просто попробуем. Бом, отлично. Я реально устал. У меня уже сил нету. Понимаешь, Олег? Я деревенщина. Я понимаю, да. Ты можешь только разобраться вот то, что в Камару. О, у меня вот такой вот двигатель классный. У меня столько литров. Не, я теперь хорошо знаю, что такое коготь. Молодец, да, здорово. Что такое коготь? И зуб тигра. Классно, здорово. Здорово. Слушай, ну ты все реально шаришь. Я анатомию тигров там изучаешь или что? Почему Гейб постоянно просто издевается надо мной? Я этого реально не понимаю. Нормально, просто зачилься и все. Я зачилен и так, просто меня вот постепенно, с каждым открытым кейсом, вот, понимаешь, ну начинает немного поджигаться вот эта вот пятая точка. У тебя точка. Реально накипает, зачилься, просто вот развались в кресле. Ну вот открывай и все. Пожалуйста, можно просто, вот например, из этого кейса сейчас мы, ребята, выбиваем нож, смотри, отвечаю. Если нет, то Андрей разыгрывает свой этот комик. Ага, сейчас, зуб конечно, тигра. Блядь, разобьется. Ну а что, вдруг бы выпало, прикинь? А вот, ну не, вот давай сейчас, если нож падает, то ты реально что-нибудь разыгрываешь. Например, комара свою машину или ноготь. Ноготь! Я хотел сказать коготь, а не... Очень ответственный момент, потому что именно сейчас нам падает. Именно сейчас ничего не падает, Олег. А как у меня горит, начинает. Я просто... Два фастом, один медленно. Давай, бам. Два фастом, один медленно. Рабочая, наверное, схема, если бы она реально работала. Он, наверное, просто по статистике увидел, сколько я ножей уже выбивал, да, и он такой, блин, не, брат, ну что-то, вот что-то многовато, реально, не, вот посиди, потерпи пока немного. Ладно, вот что-то еще типа... два фастом и... Давай, два по-моему, фастом. Это все. Два фастом, смотри, два фастом, давай, два фастом, ну, отлично, здорово. И теперь медленно два. Ну, и медленно смотри два. Внимательно. Давай. Ну, спойлер закину, ничего не выпадет. Да не погоди, ты не говори так, ты вот прям до конца не говори так. Может чудо случиться, я тебе серьезно говорю. Чудо, понимаешь? Не обязательно в нее уверен, но оно даже может и так произойти, понимаешь, да? Даже если ты в него не веришь. Сюда. Да, и мы открыли еще одну партию с 20 кейсов, и опять же, ничего не выбили. Отлично, я люблю этот день, как же я счастлив. Ну что ж, третья партия, это уже, получается, сколько? Мы 40 кейсов открыли, и на дороге у нас следующая цель, это 60 кейсов, да, и... Отлично, то здорово, да, замечательно. Я почему-то в этом уже начинаю реально сомневаться. Я не знаю, почему. Сразу, вот честно скажу, перед стартом у меня, ну, было такое маленькое чутье, что сегодня, ну, что-то-то, возможно, выпадет, а? Да, на, держи синюю фанеру. Типа, у нас была долгая пауза, я не открывал кейсы давно, плюс мы сегодня открываем, а как обычно, много, плюс реально мы открыли по 4000 кейсов без ножа, и как будто бы, ну, вот тот самый момент, ну, вот оно. Но даже при этом раскладе, и вот сейчас я реально начинаю уже постепенно терять веру на какой-то успех. Я не знаю почему, но это реально это. Но его Олег, к сожалению, не будет, да. Это просто обман. Чем ты закрываешься? Я могу. Хочу. Нет, просто вдруг, если там будет золотое, то мы не увидим, что же там, понимаешь, да? Что я так там? Или иначе не увижу золотое сегодня, судя по всему, но все равно. Да увидишь. Ну не знаю. Артем почему-то в этом очень уверен, я почему-то в этом не уверен. Хватит. Не будет ничего. Синяя фанера. Окей. Ладно, попробуй забагать. Подожди, как там багается, я уже забыл. Контейнеры, типа надо. Зайди сверху. Бам. Ну, не получается, видишь, оно не багается. Мне кажется, что там что-то пофиксили, скорее всего. Ну, ребят, ситуация крайне плачевная, понимаете, да? Я уже все, перепутал все кнопки. На SteamSpeak ебанулся. Пожалуйста. Ну, так, слову. Ну, вот сейчас. Ну, просто, пожалуйста, сейчас. Ну, это же огромный минус. Я потратил на все же день 50 тысяч рублей. Ладно, последний ключ. Давай. Последний ключ ты сказал, да? Да, последний. Я просто, ну, ага, все нормально. Я же поношен. Ну, если я же говорю, что не выпадет, зачем дальше? Опа! Дабую! Это хорошо сейчас было. Ты же всегда говоришь, что это хрень полная. В нашем случае это очень даже хорошо, потому что круче этого мы до сегодня день, мне кажется, еще раз ничего. Да, кстати, мы розовую не выбили. Тогда я тебе про это и говорю. Это очень плохо. А, Олег, да ты ебанушка, ты ничего сегодня не выбьешь. Вот, смотри, подожди. Таким успехом. Подожди. Ну, ты же только что верил в наш успех, понимаешь? Да что-то а нет, все, розовых мы нет. Мы открыли 60 кейсов, получается, да, и у нас осталось это 40. Красота. Просто какой же бред. Вот сейчас реально, ну, без прикола, без шуток, без пранков. Вот ладно, именно... у меня уже веры в это нет, я пошел. Не, не,
Не-не-не, я говорил про эту партию из 20 кейсов. Вот я же не говорю про кейс, не конкретно про него, а про партию всю из кейсов. Смотри. Хороший знак. Смотри. Плохой знак. Подожди. Наверное, я пойду, наверное. Ну нет, смотри, минус на плюс, что дает у нас? Да пиздуй уже. Только давай. Попробую сказать минус. Да, в твоем случае минус. Нет. Да почему же так? Я, наверное, пойду уже. Куда ты собрался? Подожди, стоять. Сейчас ты пропустишь успешную историю, понимаешь? Смотри, сейчас. Ну нормально вообще, ну это не синева, наверное, хотя бы. Не, я пошел, наверное. Но это не синева же, смотри. Вот именно сейчас. Наверное, сейчас еще, если будет, не будет. Эмка, я сейчас нож должен. Нет. Это нож. Ну погоди. Когда пролетает тайная, это хороший знак. Раз, синяя, раз, я, наверное, после всего синего пойду. Не, подожди, когда пролетает тайна, это очень хороший знак, в моем случае это почти всегда работало. Ходи, скоро нож. Ну все, ладно, давайте. Не, смотри, сейчас будет, сейчас. Реально ушел. Да почему? Слава богу. Вот он ушел, и сейчас, прикинь, выпадет. Значит, вся проблема будет в нем, получается, да? Он на демке, да? Он тоже верно. Надо, чтобы он еще с демки ливнул, и все кайф. Тоже верно. Смотри, вот это второй кейс. Давай. И вот сейчас после этого. Ну это реально бред какой-то, я не знаю. Нет, смотри, вот сейчас глаза закрой. Так, закрывай. Открывай. И что мне надо? Открывай. Я закрыл еще глаза, я ничего не вижу. Реально? Ну да. Все, не смотри. А тут такой позор падает просто. Да я уже... Не, все. Что позорище? Да почему, я не понимаю? Не падает ничего? Смотри, хочешь покажу реально успех? Ну вот прям, ну никто не верит в меня, да? До конца этой пачки, вот 4 кейса осталось. Сейчас будет нож. У тебя яйца. Сейчас будет нож. Ничего нет, себе. Нет, вот сейчас... Не, ну логически можно и мухой зарезать. Опа! Стартрековская десятая дискотехника. Если прям завода 3000. Класс. Итак, мы открыли 80 кейсов. Ничего не выбили. Отлично. Это еще не конец. Вы знаете, что такое бой? Это финал уже. Это невозможно. Нет, вот возможно. Это да. Возможно, мы закупим еще парочку кейсов, если уж сегодня реально. Не надо, поверь. Все будет очень плохо. Такой удачи, тебе, ну, только идти поспать и все. Не, смотри. Сейчас что-то будет, смотри. Сейчас. Да, ты посмотри на свой инвентарь, у тебя одни коты-истребители. Да, я понимаю, ну что поделать. Тебе не надо, ну, больше кейсов брать. Не, смотри. Олег, это не твое, открывай, сейчас забей. Все будет. Просто вы не верите в меня. Понимаешь? На последнем кейсе бывает такое, что реально форсит. И судьба благоволит. Понимаешь, да? И вот сейчас это тот самый случай, когда мы реально выбьем нож. Вы просто не верите. Не верю. Опа! Справедливость! И вот смотрите, после того, как нам выпадает справедливость, сейчас справедливость восторжествует. И да, нам, наконец-таки, выпадет ножик. Ну, вот где-то вот тут. Я, наверное, тогда пойду уже. Ну ты иди. Там уже нужно ждать. Может, там где-нибудь нож будет, заваляется, куда пойдешь. Так, ну такое себе. Плачевная история. Оно не оно, смотри. Наваха пыльник. А если вот в одном из кейсов, где мы открывали фастом, ну там просто нож пролетел, типа. И мы просто этого даже не увидели. Ну ведь такое же может быть. Все так и было, да. Пожалуйста. Смотри, вот после этих двух. Наверное, это проклятие фараона какое-то, я не знаю. Но почему я просто... Я реально тогда не понимаю. Я тогда, Олег, наверное, что сейчас сделаю? Сколько кейсов мне надо открыть? Сколько кейсов мне надо открыть, чтобы выбить открой нож? Открой еще 50. Сколько денег надо потратить, чтобы выбить нож? Я уже мог... призма кейс нет, стоит? Под сотку. Просто вот, понимаешь? Нормально. Понимаешь? Блядь, просто... ты мог 3 наваки пыльни купить. Я мог столько ножей купить уже просто. На потраченные деньги. И ради чего? А потом вышло бы КС-3, и ты бы ради, пойдал бы. Ради чего? Я просто не понимаю. Ради чего? Ради вот этого? Все медленно открывай 2 последних. Ну давай, это не факт, что 2 последних, погоди. Я же тебе говорю, это еще это... Факт. Это не. Тебе не надо открывать, тебе надо идти на завод и закрывать эти кейсы. Последний кейс, дамы и господа. Последние надежды, реально, последние! Что мы увидим с вами именно из этого кейса, это... Зуб тигра. А вы пока пиля. Спасибо. Но, ребята, это не все. Да, сейчас я куплю еще парочку кейсов, мы, конечно, тоже откроем. Я не сдаюсь, да, я в самом начале сказал, очень что жаль, эта битва жаль будет длиться бесконечно, пока кто-то, Олег, не даст заднюю. Если что, закрывал я. Чисто с любовью. Заднюю, как я понимаю, Гейб не собирается, давай, да. И вот жалко, на самом деле, но он рано или поздно должен сдаться, да. Он обязательно должен, ну, дать что-то взамен. Конечно. Ну, это же полный бред. Сдаст свою и даст
не пидосы. Почему так? Я его разу не понимаю. У нас еще 20 кейсов, то есть, ну, у нас есть шанс, наверное, какой-то на что-то. На Наваху пыльни. Нет, ну не говори таких вещей. Даже нет, я на не самом знаю, деле. Что такое Наваха даже. Даже, знаешь, если выпадет Наваха пыльник, я даже буду этому рад, что выпало хоть что-то реально за сегодня. Ну, потому ты что долбоёб. Это будет хотя бы какой-то нож. Но я объективно. Да медленно, открывай, надоел. Не-не-не-не, подожди. Реально, мы сейчас. Подожди. Сейчас я. У меня тактика в голове. Смотри. Раз, два, три. Смотри, раз. Тутя, два, аэробика, блядь, три. Началась или что? А теперь, смотри, мы открываем раз, два. И теперь смотри. Вот так и вот поменялись. Делаем. С небольшой задержкой. Ой, молодец. С небольшой задержкой, с небольшой задержкой. Потом, давай, смотри. Следующий подходит. Открываем контейнер. И на полпути. Вот сейчас. Опа. А, забагало, кстати, забагало. Забагало, блядь, да? Контейнер сразу вот в контейнеры надо залезть. Смотри. Не, не забагало, не забагало, не забагало. Смотри, бам. Вот так вот, отлично, мы делаем. Ну, тогда, наверное, все, уже все, Олег, все. Ну, нет, я не верю. Бам, отлично. Я не верю. Смотри, еще один открываем, бам, отлично. Блять, ты как бабка старая, у тебя столько котов в инвентаре. Смотри. Это просто шок. Да что ж такое? Медленно, два последних. Вот, все, три последних мы открываем точно медленно. Точно, 100% медленно. Вот сейчас. 120 кейсов, 0 тайных, ебаный ты лоб. Мамка, жен. Пролетело. Пролетело, Олег, бывает. Это хороший знак. Пролетело. Это хороший знак, что она. Это пролетело. Ничего не значит. Да, вообще, надо еще 20 деле докупить. Возможно. Возможно. Я не отрицаю. Долбоёб. Я не отрицаю. Это пожалуйста, ростом я пролетел. Рекординг. Да почему так? Ну почему? Я просто не пойму. Все, ребят, вот теперь точно последние 5 кейсов. И возможно, возможно, не буду их скипать. Мы их открываем медленно. Скипай. И просто. Нет. Это самая ужасная серия за последнее время. Я вам отвечаю. Мы выбили одно розовое. Одно. За 600 рублей. Алло. Какое 2? А, ну и Макс 7, да. Ну хорошо, 2. Но это даже не касается. Это ты что? Это лут? Это даже не 1000 рублей, это меньше. Это дабл. А я потратил 50. Тысяч рублей на вот это вот дабл, вот дабл, это. Олег, дабл, нормально, вот нормально. Эти, на эти синие вот картиночки просто, и все, это же просто кошмар да, какой-то. Я в шоке, реально. Я думал то, что после такой долгой паузы, что я, ну, на фоне того, а что может, мы еще и... Крафтишь. Да, давай, конечно, сейчас обязательно это сделаю. И, дамы и господа, секундочку, внимание, последний. Все, закрывай есть рот, открывай пожалуйста глаза и открывай. Очень прошу тебя, Олег, просто удиви всех. Говорю, что... Поехали. Просто, пожалуйста. Ребят, надеюсь, вы просто поставили лайк и поддержали, потому что, ну, это реально больно. Больно. Выпадет, скорее всего. Вот истребитель, статрек. Ну, ребят, вот оно, это же... Голос алкашонка малолетка. Как же это сладко выглядит. 125 кейсов, из которых два розовых. Это же это кошмар. Это неслыханно, невидимо просто. Что это такое вообще? Да, это, много раз такое было. Это ужасно. Это тебе просто, просто, просто ужасно. Но, к сожалению, наши кейсы заканчиваются сегодня именно так. Ну, ребята, как уже прекрасно поняли на этом, сегодня еще не все. Мы зашли на топ скин. К сожалению. И наша задача, ну, хотя бы что-то дозаполучить. Потому что после такого провала, реально провала, мы должны, ну, что-то как-то, я нормально, не знаю, нормально, тут нож выбьем. Так, давайте, смотрите, в первую очередь, с чего фарминг, мы скрин, с вами... Сразу. А зачем, реально, за 25 рублей? Поверь, ну, да, давай, да. 100 раз, 100 это раз. Это тема жесткая. Давай. 100 раз? Ну да, ну там 2500 стоит. Подожди, сейчас будет. Да. О, вот, дико, поток информации есть. Нет, ладно, надо вот тут. Надо еще, 100% надо. Ладно, окей, и в итоге мы, получается, что окупились, получаем? Мы... Это в инвентаре у тебя есть. Я думаю, да. Или стой, подожди, давай, знаешь, что мы сейчас делаем? Может быть, все-таки попробуем рискнуть ай, и сделать... Ай, долбоёб. А давай, делай. Почему бы нет? Давай, погнали. Все-таки здесь можно реально выбить ножик. Смотри, я делаю ставку, что... Нет, ладно, здесь слишком близко. В КС-ке, как вот в здесь, КС-ке, вот смотри, вот тут, вот тут, вот тут. Ладно, вот, вот тут вот, смотри, не да на последнем. Все, Олег, уже как в КС-ке. Да что ж такое-то-то, а? Еще под раз, еще Русик раз. Да почему Олег, так? Надо принц стрим. Все, ладно, последняя попытка. Сейчас должно. Да, уже нет. Не-н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 е-
6 кон... А я не знаю, надо будет посмотреть. 25, ты чё? Ну так вообще ты... Не-не-не-не, мы сейчас вот прямо... О! Ты ебанат? Найс! А вы не верили? А вы не верили в меня? Пожалуйста, я вам сейчас все доказал. А давай смотри, апгрейдик может быть сразу, да. И вот смотри, у нас дивил. Да, его на X10 свободно. Не на X10, нет. Давай смотри, мы сделаем... Сколько он стоит? 28, да? Давай мы сделаем где-то 50. Нет, 50. И вот стилит, например. 38% шанс. Погнали, ребята. Сейчас сделаем красивую историю, просто смотри. И ничего.
Да! Да ну! Пацаны, но учитесь, учитесь, учитесь. Контракт учитесь. Там 30% было. Учитесь, пацаны, просто. Так, давай смотри, мы идем дальше. Я предлагаю, что сейчас делать. Давайте мы дойдем до коллекции. О, они мои сладенькие, любимые коллекции. Чоп-шоп, я хочу МК Хот-Рол. Давай, смотри. Бам. Ну, такое себе, но пока еще простительно. А мы один раз открыли, я понял. Давай еще раз 10 раз откроем. О, нитро! Ну мы все равно в минусе. Давай не еще понимаю, раз 10 раз. Ничего. И. Смотри. Тут все просто, Андрей. На самом деле тут ничего понимать не надо. Я понимаю, что у тебя такой склад ума, когда ну, тугодумный такой немного. Я понимаю, что у тебя склад ума, когда обезьянку так тарелочку. Ну, это у тебя. Ну ты же ничего не понимаешь. Тут мы тоже в минусе, да? Ну, ладно, давай смотри. Мы как сейчас делаем? Может быть, рентген выбить все-таки, а? Что-нибудь типа. Кого, кого? Калаш, 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 рентген. Рентген, рентген, рентген. Ебануть. О, гипноз! Выпал W, хорошо. Ничего не понимаю все равно. Значит, а что? О, хорошо! Галиль выпал, нормально. То есть ты это открываешь за сколько? Хорошо. За 5? Нет, подожди, смотри, за 2500, за 2500. Пока мы фармим вообще хорошо, пока прям все отлично идет. Сейчас самое главное в том же темпе. Сейчас самое главное в том же темпе. В том же темпе. О, дигл. Нет, подожди, а дигл сколько? Ночное ограбление? Это плюсик. Ой, хорошо. О, на 500 рублей в плюсе. Нормально. Так, смотри, давай теперь дальше. Надо менять коллекции, чтобы у нас были шансы. Сразу. Yes. Yes, все правильно, друг мой, смотри. Ебил, я пошутил. 3 косаря. Угу, отлично. Ну ладно, тут не сильно в ноль ушли, да? Давай. Нихуя 6900. Тут мы на 300 рублей в минус ушли. Давай не фастом, давай не, поменяем тактику, стратегию немного, да? Сейчас что-то будет. Да, хотя бы чашу дай. 6900. Ляма где-то. Наверное, да, где-то так. И... Чё, дурак, блядь? Ну тут да, здесь так же, здесь ничего нету. Да, блядь, дебилы. А, мы вот тут, кстати, в плюсе, смотри. Давай последний шанс даем. Стоил 1070, по-моему. Да какой 70? Это ебанат. Когда он вообще его давал? Короче, ладно, нет, вот Cobblestone все-таки нам ничего не дает. Так, я предлагаю вот эту коллекцию. Нет, не-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 не. Вот эту коллекцию, гидропонику, Акихабару выбиваем. Все, мы в шоколаде, мы в шоколаде. Не, как у меня уже есть, понимаешь, заначка там нормальная. Мы уже все, самое главное, отложили на полочку. Понимаешь, это, да? Олег, а из этого что отложишь, Олег? Ну, из этого ничего. И последний шанс... А, не хватает. Потому что ты в огромном минусе. Мана! Пуль. Опа! О, нормально, заря. Ой, рассвет. Рассвет. Хорошо, как пацаны! Андрей, чё съебало? Андрюша, что такое его, Андрей? Я ничего не понимаю, ну ладно, давай. 26 тысяч, Андрей, 26 тысяч. Андрей, это 1/3 твоего когтя, понимаешь? Итак, смотрим, наблюдаем. Здесь много интересного дропа, который один может выпасть. Какие-то... Вранёная сталь, да? А, ну, блин, по-моему, они не очень, да? А они, по-моему, дешевые, да. Да, десяточка. Нету второй попытки, поэтому мы идем вот сюда. Ренессанс, две штуки тоже открыть не можем. Ренессанс страхования, давай. Тогда открываем один раз, и, ну, сейчас надо надеяться что-то вот, ну, вот, вот из перчаток, наверное, только, да? Мне кажется, кейс тебя не застрахует вообще. Ой, блядь, 2500. Это очень плохо, да? Что? Почему? Ну, кайман 4000. Ну, это где-то около, реально? Да, да, 4500. Блин, ну это вот зря мы сюда пошли, очень даже зря. Цирк, давай, смотри, как раз таки. Цирк уехал, а клоуна Андрея оставили, давай, поехали. А, Олега оставили, блядь. А я первый Андрей, сказал. Андрей, вопрос такой, что в мешочке? Ну, почему? О, а сюда 3500. Ну, это, подожди, это нормально. Это окуп же? Нормально, да, это на 100 рублей, на 100 рублей, нормально. Ну, вот, да, вот да, до да, улья да, доехал, да, было вот бы хорошо. Плохо, это уже плохо. Вот это плохо. Но у нас есть еще одна попытка. Это я точно знаю, что плохо. Ну, еще одна попытка есть, получается. Еще одна попытка есть, получается. А попыток, походу, ой, больше и не будет, да? Да, 19 рублей не хватает! Бред вообще, полнейший, а? Ладно, хорошо, 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 хорошо. Давай, смотри, мы откроем случайные тайны, сделаем просто крафт. Чё, как вы, что вы смотрите насчет этого? Смотри. Это 10 раз. Открывай. 10 раз. Заходим, ну, кстати, нормально. Ой, заходим нормально в контракт. Выдало. Смотри, вот это, и вот ножик, это, вот это. Ножик на яйцах, если не, мужчина. Не-не-не-не-не. Фрихенд ножик, если не, мужчина. Не. Хотя мы, о, по сути, ясно. И так в плюсе за счет вот этой вороненой стали. Вот так вот делаем. Итак, супер мега жирный контракт. Кент отдохнется, если что. Погнали. Сюда, пойдем его в апгрейд и все, ну, сворачиваемся. Ну давай, согласен. Итак, апгрейд. Я не понимаю, апгрейд давай. Нет, только какой-нибудь нормальный сделай. Вот такой вот. Погнали. Вон, 39, 54. Все, это пройдем. Подожди. Нет.
Да. Надо было тебе под нос это сказать, блин, а, Андрей, а. Короче, ладно, ребят, так или иначе, надо знать миру. Мы сегодня все равно залутали, получается, вот такой вот ножик, да, где он у меня там был. Ну, короче, вы видели его, да, по-любому, вот этот, который вороненый оставил. Это нормально, это нормально, это нормально. Лучше, чем коготь. Напоминаю то, что у меня есть свой собственный промокод КОФЕ, по которому вы получаете плюс 30% к пополнению баланса. Ребят, на этом сегодня все. Вам огромное спасибо за все. Всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Пока-пока.